Всем привет, с вами я, Wolfgames, и сегодня я собрал большое количество подписчиков на своем сервере в Майнкрафте для того, чтобы узнать, кто из них самый ловкий по катанию на льду с использованием лодок. И для этого я собрал небольшую команду, чтобы построить 3 уровня разной сложности. Ну а смогли они дойти до самого сложного уровня или нет, вы узнаете в этом видео. И еще, если хотите, чтобы такие ролики выходили почаще, то не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Ну а мы начинаем. Так, давайте я все-таки попробую тоже пройти первый уровень. Так, я попробую сейчас его пройти. Он как мне кажется, довольно легкий. Так, вот так я с легкостью прохожу первый уровень. И вообще можно заспидранить за 10 секунд вот я сейчас. Вообще он очень легкий. Первый, самый легкий. Сейчас я открываю дверь, и вы проходите дальше. Я тут слышу очень злобные звуки смерти. Ну давайте, проходите скорее. И теперь пробирайтесь вот по этому проходу. Вот сюда. Готовьтесь сейчас, ставьте лодки. Твоя участь не очень приятная. Я бы не хотел бы оказаться на твоем месте. О, откуда Назаритку достал? Так, ладно, что-то пошло не по плану, и подписчик разбогател. Начинайте, не начинайте. Нельзя. Придется сделать для вас более злобное наказание, чем просто зомби. Это будут поворотники. Так что не пытайтесь спускаться вниз. Думаю, у вас будет несколько попыток, так что вы можете выезжать. Давайте все проходим. Так, тут у нас 2 человека, прикиньте, села на одну лодку. Как вы видите, стреляет скелет. Думаю, о, вот эти 2 лидируют подписчика. Так, и вы прошли первый уровень. Ой. У нас тут Алиблогер проходит. И мимо скелета прошел. И давай, тебе осталось одно испытание. Давай, давай. Тебе такой небольшой подарочек лично от меня. Ой. Это было эпично. Так, я тут вижу, большинство подписчиков все еще находится внизу. И мне кажется, даже не знаю, что им делать. Так, давайте я вам всем дам второй шанс, ибо... Ого, тут куча! Вы его слишком быстро проиграли. Давайте, проходите, я вам сейчас тут распавню лодочки. Так, у нас вот самый первый такой вообще синий человечек пробегает вообще очень быстро. За ним еще 2. И он прошел этот... Ой, что-то ты куда-то залез. Так, давайте, давайте, давайте. Нет, не допрыгнул. О, давай, давай, беги. Че, вы всех поборников поймали в коробку? Так, ладно, давайте я подкрепление сделаем. Так, что тут у нас дальше происходит? Еще 3 человека тоже проходят. Алиблогер снова пытается пройти. Оу. Давайте. И на первом раунде я не вижу, что прям кто-то прям так очень много раз падал. Я думаю, тут все равно люди падали. Так, они берут лодки и проходят. О, этого разгона тебе не хватит, Алиблогер. Фух, еще 2 человека прошли. Алиблогеру повезло. Так, ставьте себе чекпоинт. Ой. Да, я так понял, он довольно жестко всех убивает. Так, давай, Дэвид, Дэвид, давай, давай, ты сможешь. Давай. У тебя все в твоих руках, давай. Этот злобный скелет тебя не победит. Давай. Давай, давай, проходи, проходи, я тебе помогу. Да, уничтожить его. Ладно, не будем. Давай, 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 ты сможешь. Эти заворота не смогут тебя одолеть. Так, вот ты поднялся наверх, и тебе остается просто сделать прыжок. Давай, 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 давай. Оп, оп, оп. Фух, все, прошел. Такой страшный скин у человека. Так, у нас тут проходит какой-то... О, Амонгус, давай, давай. Ты же Амонгус. Амонгусы крутые, давай. Скелет не кажется бесит, да? Давай, давай. А вы там друг друга убиваете, даже там, вот вообще. О, жестоко. Расправа с Алиблогером. Так, что у нас там дальше происходит? Я так понял, много людей падает туда, вниз прям. К вот этой крутой компашке. Куда, куда, куда? Вот это дрим. Точный дрим. Ого, там, смотрите, люди скелет откамят. Бедный скелет. Я закрыл спавн был. Хорошо. Чтобы они не распавнились. Так. Это что тут у нас такое? Давайте, давайте, вы не сможете. Помню. Алиблогер до сих пор пытается пройти. Тут у нас 3 человека проходят. О. Давайте, давайте, давайте. Вы сможете. Алиблогер, я в тебя верю. Ты сможешь.
Так, довольно много людей прошло, это круто, да? Алибогер, давай. Ого, Дрим пробежал. Крутой Дрим. Не настоящий, конечно. Давайте, 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 хоп. Так, думаю, время закрывать тут все у нас. Довольно много людей, к сожалению, не прошло. Вот я думаю, что с вами делать. Дать вам последний шанс. Ладно, раз ты такой крутой и смог так пройти, давай я тебе дам лодку. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ты сможешь. Хоп. Давайте я вам дам еще один шанс, после чего... Сейчас, погодите, я в сундуки положу лодки. Берите только по одной лодке, смотрите. Так, сейчас я побольше поставлю. Так, берем по одной лодке и давайте. Так, у нас еще 4 участника проходят, даже 5, даже 6. Так, давай, ты сможешь, ты сможешь. Нет! О, жестоко. Давай, 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 давай. И синий человек, сколько раз ты уже проходишь? Давай. Хоп, хоп, вот хоп, открыл спаун. Тут у нас еще один. О, шлепа, давай, давай. Вот тут довольно сложно. Давайте, давайте. Амогус прям под ним проплыл. Хоп, все, прошел шлепа. Амогус, ты сможешь? Давай, ты тоже сможешь. Ладно, думаю, пришло время приступать к довольно сложному второму уровню. Люди, готовы к второму испытанию? Давай, сундук, кибер с лодками. На втором испытании вас встретит такая дружелюбная дорога, у которой совсем нету опор, так что вы сможете с нее легко упасть. Также тут у нас имеется такой крутой подъем и чекпоинт. Ну и дальше у нас будет третий уровень, к которому мы перейдем дальше. Он будет довольно очень, он будет эпичный, потому что тут прям скелеты... Не, а ты на колокольчик нажал? Нажал. Ну а дальше у нас тут вот такой сложный паркур и финал. Ты прошел карту. Можешь послушать. Спасибо. Но я еще не прошел карту. Сейчас мы будем открывать второй уровень. Так, смотри. И давайте, начинайте. Ой, блин, какие-то спидранеры. Давайте, давайте, давайте. Оу, все, у нас первые потери уже. Давайте, давайте. О, второй игрок проигрывает. Давайте, давайте. О, ты вообще такой крутой. Давайте, вы сможете. Хоп, хоп, ого, вы тут поднимаетесь по дрифту. Там, кстати, по вам стреляет скелет. Но немножко косанутый. Так, и так быстро вы прошли этот уровень. Ой, ты куда? Ты куда, ты куда, ты куда? Туда нельзя, все. Вниз, вниз давай, вниз. Так, люди проходят, проходят. Давай, Амогус, проходи. Так, и на удивление очень много игроков прошло. Что ты пытаешься сделать? Ты знаешь, тебя кто-нибудь столкнет и все. Так, находитесь тогда вот в этой коробочке и ждите следующего уровня. Давайте-ка сейчас будем переходить к третьему уровню. Этот уровень будет все довольно легкий. Давайте я попробую пройти. Оу, я сразу упал почти. Почему здесь есть золотые блоки? Где-то эпичная музыка, которая там была. М? Воу! Я уже думал, я упал. Все, все нормально. Ну, здесь уже... Я же прошел. О, Кенза. 1, 2, 3. Я уже включил. А, все равно. Почему ты не извини, твои братья? Потому что там в сундуке, посмотри. Ты подожди меня. Пошли. Так, сейчас, прямо сейчас я открываю самый сложный третий уровень. И можете начинать. Берите лодки из сундуков. Два гения мешают друг другу. Так, давайте, проходите, проходите. Тут довольно очень сложный уровень. Вам лучше не спешить. О, сколько скелетов. Просто расстреляли медного человека. О, еще одного. Давайте, давайте, давайте. О, еще одного скинули. Блин, жесткие. Да, теперь у них война между собой. Давайте для сложности я добавлю здесь поборников. Которых вам рекомендуется сбросить. Реально, столько человек проиграло, потому что... О-о-о, я просто вижу, когда глаза как расстреливают. О-о-о, сколько у них отдых было.
Да, либо сами падают, либо их расстреливают. Давайте я еще раз тех телепортирую. Никто не прошел данный уровень. Мне кажется, вот это уже слишком жесткие чебуреки. Так, я снова всех телепортировал, и у вас снова есть шанс, чтобы все это пройти. Давайте, давайте, быстро берите одну лодку и бегите проходить этот сложный уровень. Так, вот у нас уже первые два участника. Старайтесь ехать медленно, потому что этот уровень реально сложный. Так, он выбрал не ту дорогу, но успел вылезти. Агент ФБР убивают так быстро. Обалдеть просто. Оу, двоих уже подстрелили. Там у скелетов какие-то войны между друг другом. Ну ничего, так, арки... Люди пытаются пройти. Давайте, давайте. Вот тут, это точно президент на победу. Давай, ты сможешь. Давай. Оу, давай, ты сможешь. А, нет. Чё вы так быстро проигрываете? Так, сколько у нас человек осталось из состава? Раз, два, три. Ну, я даже не знаю. Так, давай. Випопк. Випопк, ты сможешь. Тут довольно мало скелетов. Все равно их достаточно, чтобы убивать людей. Так, давайте я вам тоже выдам оружие. Хотя или не знаю. Ой, вот это... На колокольчик нажал, вот тебя спрашивают и подстреливают. О, мощно. О, Амогус проходит. Амогус, ты сможешь. Давай, 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 давай. Ты единственный, кто проходит. Давай, давай, Амогус почти прошел. Нет, Амогус. Надо было медленнее, броха. Так, давай, у нас тут еще один человек. Нет. Ты видел, как он близок был к этому. Реально вообще жесть. Давайте еще раз. Жестокий уровень, давайте еще раз. Оставьте хотя бы эти. У вас есть еще один шанс, чтобы все это пройти. Берите одну лодку и давайте, и вперед. Давайте, 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 вы сможете. Такую кучу скелетов. Вы можете, кстати, ее атаковать, наверное. О, ты что там, нагрудники бросаешь? А тостер хочет, чтобы они прошли, поэтому дает им вещи. Так, давайте я уберу лишние лодки, которые здесь мешают. О, давай, давай, у нас тут сразу первый слайм проходит сразу. Давай, давай, слайм, нет! Випог, давай, давай, добегай, тебе просто подбирать надо. О, первый, кто прошел. Так. Пусть тут будет. Так, на алмазике. Випог прошел и теперь слушает музыку со своими алмазами. Я поставлю еще одного скелета. Включил музыку. Как его убили? Надо выключить музыку, она не подходит. Он просто бегал. Ой, блин. Ну Випог, он первый, кто прошел, но, к сожалению, его подстрелили. Давайте-ка еще раз я всех телепортирую в последний раз. Ну давайте, два человека, попробуйте что-нибудь сделать. Давай. Вот этой части... Так, Арти, у нас тут. Ну, тут у нас еще один синий человек пытается пройти. О, вот это он разогнался! Неужели, неужели? Да неужели он прошел? Нет! Не ставь там блоки, они. Нет, его лодка убила. Это самая хардкорность, они не могут остановиться. Сейчас я еще раз всех телепортирую. Кто-то был скелетом. Ну ничего страшного. Так, давайте, берите лодки и быстренько начинайте проходить. Так, вот у нас синий человек, так сказать, пытается... А, что скелетов так мало? Давай, 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 а то он сейчас пройдет на изи. Хотя он и так проходит. Давай, давай. Чуть-чуть осталось. Да неужели? Все, все, алмазы... Видите, он... Алмазы твои. Что? Два человека видите, прошло уже. И... Три человека прошло. Так много людей прошло. Включите музыку. Да, это очень сложный раунд. Ну, тут три человека с... очень быстро прошли. Так, у нас еще один человек собирается пройти. Давай, давай, нет. Вот это что вообще происходит? Что за пулеметы? Это что было? Могус, хотя бы ты. Ну, тут довольно легко. Да, очень легко. Да, последний уровень очень сложный. А кто поставил поборника? Это уже невозможно. Давай, 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 слайм, давай. Все это невозможно, я убиваю скелетов. Ну, хватит. У нас только Арти выжил. Ого, он тут, смотрите, он тут поймал поборника. Давай, 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 давай. Илья, давай.
Замечательно, музыка подходит там, как его застрелили. Так, и за этот раунд у нас прошло 1, 2, 3, 4 человека. Вы смогли это все пройти? Там половины скелета нет. 5, 6? Ну, 6. А на этом наш челлендж закончился. Спасибо за внимание. Обязательно напишите в комментариях, какие бы вы еще хотели увидеть челленджи по Майнкрафту на моем канале. С вами был Ух Геймс. Всем пока.